Всем привет, меня зовут Татьяна Андреева. Ну что, устали от школы? Совсем скоро придет лето. А давайте сделаем нашу канцелярию чуточку ярче. Таким образом, скрасим дни ожидания до летних каникул. В этот раз мы смастерим такие классные и удобные пеналы. Начнем с заготовок. Я использую красное прямоугольное полотно Фоамирана. Сверху приклеиваем желтую деталь и букву М. Это будет пенал в виде порции картошки фри Макдональдс. Теперь черным фломастером обвожу все контуры. Сделать их нужно пожирнее, чтобы было хорошо видно. Фломастер видно плохо, я решила использовать черную акриловую краску. Простым карандашом сделаем наброски картошки фри на желтой части пенала в абсолютно произвольном порядке. Сверху обводим это все черным фломастером или, как я, акриловой краской. Переворачиваем полотно и приклеиваем молнию. Новой молнии дома я не нашла, пришлось оторвать от старого пенала и использовать что есть. Но это не страшно, ведь все потрепанности будут умело замаскированы. Теперь нужно прихватить тканью основания в центре сверху и снизу. Я это делаю горячим клеем. Аккуратно вправляем края вовнутрь с правой и левой стороны и фиксируем в таком положении горячим клеем. Так, кажется, все получается. То же самое проделаем и в нижней части изделия. В завершение остается закрыть полосочкой фоамирана некрасивые края пенала сверху и снизу. Собственно говоря, это и весь процесс создания такого пенала. По-моему, все довольно просто. Фломастеры помещаются внутри отлично. Все держится замечательно, да и пенал смотрится круто. Давайте поиграем. На экране 9 коробочек с сюрпризами. В 2 из них я поместила подарочки. Цифры спрятаны где-то в видео в виде пасхалок. Найди их и напиши цифру в комментариях. Первым двум угадавшим я отправлю подарочки. А еще 5 участников попадут в мое следующее видео. Розыгрыш проводится среди подписчиков. Имена победителей я укажу в описании под видео, в день публикации следующего выпуска на моем канале. А мы помчали дальше. Имена двух победителей указаны под этим видео в описании. Поздравляю! А это еще 5 случайных участников, которые тоже угадали цифры. Играй еще раз и выигрывай. И помни, твой комментарий с цифрой может попасть ко мне в видео. Можешь написать что-то интересное, передать привет друзьям или рассказать о себе моим зрителям. А сейчас делаем пенал в виде попкорна. На белое полотно фоамирана приклеиваем что-то типа заборчика красного цвета, создаем контур черным фломастером или, как я, черной акриловой краской. Над заборчиком простым карандашом рисуем что-то типа маленьких тучек. Это контур попкорна. И черной краской или фломастером обводим простой карандаш. Дальнейшие шаги изготовления пенала ничем не отличаются от предыдущей версии. На экране сейчас крутится рулетка. Поочередно выпадают цвета. Напиши в комментариях правильно последовательность цветов и прими участие в конкурсе. Не забудь поставить лайк этому видео. Розыгрыш проводится среди подписчиков. А секретный сувенир точно тебя порадует. Результат будет указан под видео в день выхода следующего ролика на моем канале. В этот раз я хочу передать привет Анжелике, Варе, Вике, Ирине, Лене, Лие, Максиму, Полине, Самире, еще Вике, Тане и Халиде. Хочешь привет от меня? Пиши свое имя в комментариях. А я благодарю тебя за то, что ты досмотрел это видео до конца. Добавляй канал в подписки и будь в курсе новых выпусков. Ну а мы с тобой увидимся в следующих видео. Добра тебе и творческих успехов. Обнимаю и жду в следующем видео. Пока!